Исторические итоги и последствия Октябрьской революции обсудят сегодня в Уфе за круглым столом. Обсуждения приурочены к столетию революции 1917 года и пройдут на площадке Уфимского мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история». Основные темы докладов – проблемы истории Великой Русской революции, революции и деньги, финансовые и хозяйственные метаморфозы революции. Среди спикеров – авторитетные ученые из Санкт-Петербурга и Уфы, директор Санкт-Петербургского института истории РАН Николай Смирнов, заведующий кафедрой новейшей истории России Санкт-Петербургского государственного университета Михаил Ходяков, профессор кафедры истории России, историографии и источниковедения БГУ Рустем Хазиев и другие. Обсуждение начнется в 11 часов в Конгресс-холле ВДНХ-Экспо. Вход для жителей и гостей Уфы свободный.